Здравствуйте, моя Анастасия Максименко, и я academic advisor or academic counselor at CUNY System. То есть просто как работаю в приемной комиссии, помогаю студентам подать вообще в CUNY колледжи. На сегодня, в принципе, я расскажу все насчет как бы колледжей, и после этого, или в течение этого, если у вас какие-то есть вопросы, то вы, в принципе, можете в чат их как бы написать, и я потом, в принципе, еще отвечу. Я сейчас буду шерить мой скрин со всеми. Скажите, если видно... Все видно. Все видно, да? Окей, да. В принципе, изначально про колледжи вообще в USA. Получается, в принципе, все колледжи можно разделить на две группы. Public, то есть государственные колледжи, private, то есть частные колледжи. И уже в как бы public и private и есть как бы разные различия. Можно прийти сразу на private и посмотреть, что все государственные разделяются на non-profit и for-profit. Non-profit, опять же, делится, если мы все знаем, в Ivy League schools, то есть это Columbia, Harvard, Dartmouth и так далее. Почему они non-profit? Это потому, что они получают деньги, в принципе, от каких-то организаций, alumni и так далее. For profit — это считается, что они делают деньги на вас. То есть они, как бы как колледж, это, можно так сказать, просто бизнес. И, в принципе, возможно, вы знаете уже, которые в Нью-Йорке находятся, ASA College, Purdue Global. Если вы смотрите YouTube, сейчас Purdue Global делает постоянно всякие advertisement, и LIU, Monroe College. И, получается, если... Я всегда советую студентам как бы пересмотреть их, если вы решаете прям идти на эти колледжи, быть очень аккуратным, потому что, в принципе, эти колледжи, они просто смотрят на, то, на вас как на клиента, который сделает им деньги. И как бы частные колледжи, которые non-profit, которые не Ivy League, не вот эти вот большие колледжи, которые мы уже знаем, Columbia, это Fordham, и то есть Танзилия уже расскажет больше о Fordham, так как она там работает. У нас есть Pace, NYU, эти это не государственные, но это частные колледжи, но они non-profit, то есть они делают деньги от организации, от research и так далее. Теперь государственные колледжи, они, то есть в нашем Нью-Йорк штате, те, которые находятся именно в городе Нью-Йорке, называются CUNY, то есть The City University of New York. Те, которые находятся во всем штате Нью-Йорка, называются CUNY. The State University of New York. И если вы, например, живете в других штатах, то, естественно, там, например, в Индиана State, это Purdue University, Massachusetts, University of Massachusetts и так далее. То есть это, в принципе, все как бы колледжи, которые во всей, в принципе, Америке, и так же, как в Нью-Йорке. И теперь я больше расскажу, в принципе, об CUNY, потому что я работаю в CUNY. И это государственная школа, которая именно имеет колледжи в Нью-Йорке. То есть это одна система, как здесь показано, один университет с 25 колледжами, которые находятся во всех борах Нью-Йорка. И очень много студентов, естественно, у нас и очень много мы предлагаем специальностей и так далее. В принципе, и по Нью-Йорку здесь как бы на карте вы можете видеть все наши колледжи, где они находятся, и, в принципе, здесь уже весь список наших колледжей. В принципе, получается, наши колледжи можно разделить на две группы. Двухлетние колледжи и четырехлетние колледжи. Двухлетние в основном называются community college, а для того, чтобы закончить их, вам нужно 60 кредитов, по кредиту я объясню позже, и диплом, который вы получаете после заканчивания двухлетнего колледжа, называется associate degree. Чтобы примерно понять, это в наших странах можно примерно соотносить как техникумы или колледжи, то есть которые в наших странах, в принципе, так называются. Четырехлетние колледжи, они иногда называются senior colleges. Чтобы для них их закончить, вам нужно 120 кредитов, и вы уже, получается, получаете bachelor degree в этих колледжах.
То есть это примерно наши университеты, которые в наших СНГ-странах, которые после 4 лет вы заканчиваете также с бакалавриатом. В принципе, получается, вы можете здесь видеть все 2-летние колледжи. Мы имеем 7 двухлетних колледжей, и, возможно, вы слышали о них. Это BMCC, это Bronx Community College, Hostus, Kingsboro, очень распространенные те, кто живут в Бруклине, Гатман в Нью-Йорке, Лагвардия в Квинси и Квинсборо в Квинси. Теперь 4-летние колледжи, в принципе, опять, может, вы знаете, Барук, Бруклин Колледж, Лиман, Квинс, Хантер, Джан Джей, Сити Колледж, Йорк Колледж. И также мы имеем 3 колледжа, которые они одновременно 2-летние и 4-летние, которые мы называем Comprehensive Colleges. И это Medgar Evers, New York College of Technology и College of Staten Island. Кто-то у нас уже учится в этом колледже в нашей группе, да? Теперь, получается, в принципе, мы все делим на urban campuses, то есть те, которые находятся конкретно в городе, это прям в середине of action, то есть, получается, в основном они просто, эти здания, их вы идете учиться, да. Но есть такие, которые прям выглядят, как мы примерно знаем про все сериалы или кино, такие огромные кампусы, то есть это, в принципе, те, которые находятся глубоко в Квинси, Квинс Колледж, Лиман Колледж глубоко в Бронксе, то есть они именно имеют вот этот вот большое поле, по которому вы там гуляете и так далее, и учитесь. Окей. В общем, в принципе, дипломы, которые мы предлагаем в CUNY вообще системы, в системе начинается все после, например, когда вы заканчиваете школу, и студенты заканчивают школу, они могут получить изначально сертификат, что, в принципе, это не диплом, это просто сертификат, который в основном это около 30-36 кредитов. Associate degree, как я уже говорила, 60, bachelor degree 120. Эти все дипломы и, в принципе, все это обучение называется undergraduate studies. После этого, если вы решаете после бакалавриата идти на магистратуру или PhD, это уже называется graduate studies. И сейчас мы, в принципе, дальнейшие слайды уже говорят конкретно про undergraduate studies. Если вы решаете, если вы хотите получить associate degree или bachelor degree, то есть бакалавриат. Насчет вообще, в принципе, кредитов, чтобы примерно понимать, потому что дальше мы будем говорить про кредитов, что такое кредит? В принципе, кредит — это точно тоже, такое же, как и в наших СНГ странах, это просто 1 час. И это 1 час, который вы проводите в колледже с профессором в неделю. В основном классы — это 3 кредита. То есть, например, если беру психологию или бухгалтерию 1 уровня, они все в основном 3 кредита, это значит, что я провожу 3 часа в неделю с профессором. И в течение всего семестра. В основном классы, которые, ну, как бы с лабораторией, например, биологии, все, кто хотят идти на нерсинг-программу, биология, химия с лабораториями, они в основном 4 кредита. И от этого уже идет понятие full-time и part-time. То есть, в принципе, если вы хотите идти на full-time, можно перевести это как очная ставка, да, то есть вы должны брать не меньше, чем 12 кредитов. То есть если умножать, делать математику, то вы в основном семестр берете 4 класса или, например, 3 класса с лабораторией. То есть это примерно так, мы, опять же, full-time говорится, что конкретно 12 кредитов, мы не говорим, что, например, 4 класса, конкретно 12 кредитов. И если вы считаете идти не на очную ставку, то есть part-time, то есть все, что меньше 12 кредитов. То есть вы можете взять 1 класс, 2 класса или 3 класса и заплатить уже только за классы. Или вы, если хотите идти на полную ставку, тогда вы уже берете или 4 класса, или 3 класса в семестр. Вот. Получается, в принципе, как вообще состоит специальность? Как здесь, ну, как бы получают вообще эти дипломы, associate и bachelor degree? Как вы здесь видите, в 2-летней школе, как я уже сказала, community colleges,
чтобы получить associate degree, то есть чтобы получить диплом, вам нужно закончить около 60 кредитов. В основном это около 2 лет. И, в принципе, все эти кредиты делятся на 3 части, классы делятся как бы на 3 части. Первое — это core classes, то есть это классы, которые вы обязательно должны взять, неважно, какая ваша специальность. То есть в основном это английский, математика, история Америки, там биология, психология. То есть это основные классы, которые все студенты в CUNY берут, и они все одинаковые, они преподаются в каждом колледже, это те же самые классы. Вот. Вторая часть классов называется как бы major, то есть ваша именно специальность. Если я, например, хочу быть, получить associate degree в психологии, то, естественно, мои около 27 кредитов я должна именно брать психологические классы. Психология основная, психология детская, возрастная, общественная и так далее. И остается несколько кредитов, они называются electives. Это будет тоже важно, в принципе, в будущем, когда я буду рассказывать уже, как переводить свои классы. Electives — это классы, которые никак вообще не связаны ни с core-классами и ни с вашей специальностью. Это может быть что угодно. Это может быть даже баскетбол или йога, если преподают эти классы в этом колледже. Или вы, в принципе, можете взять acting. То есть, например, я хочу быть психологом, но мне интересен класс просто про театр. То есть я могу взять этот класс, и он будет называться electives. То есть, в принципе, это так как, ну, как бы состоит вообще система вообще образования, получения образования. Следующее. То есть, если вы после двухлетнего колледжа собираетесь идти в четырехлетний колледж, вы начинаете переводить ваши классы. Что, в принципе, это опять то же самое. Core, major and electives. Только в этом случае, в четырехлетний колледже, их просто больше. То есть, в принципе, получается также, если вы хотите начать с двухлетней школы и перевести с четырехлетнюю, вы, в принципе, переводите те же самые классы и потом их просто добираете, так как бакалавриат состоит из 120 кредитов. И это в основном 4, ну, как бы 4 года, да. Иногда студенты начинают с двухлетней, переводятся в четырехлетнюю, иногда студенты прям начинают с четырехлетнего колледжа и берут все эти 120 кредитов уже в четырехлетнем колледже. И, в принципе, ну, как бы, это все о нашем уже, о нашей CUNY-системе, то есть один core curriculum, как я уже сказала, неважно, в какую школу вы идете в CUNY, неважно, на какой диплом, associate или bachelor, вы берете одни и те же самые классы, которые считаются core. И в классах, в принципе, очень мало студентов, и у нас очень много, естественно, это Нью-Йорк, это очень diverse, то есть вы, в принципе, встречаете студентов со всего, в принципе, мира. И он... Окей, okay. Don't mind that. То есть мы, в принципе, предлагаем очень много разных специальностей, и как бы каждый колледж немножечко есть, у них есть свой профиль. То есть, например, Baruch College у нас в основном бизнес, например, как танцевать, dance и theater, это больше в Hunter College, если насчет все, чего как бы политикой связаны, это City College в Нью-Йорк. То есть разные специальности, разные профили колледжей. В принципе, и как, если вы решаете подать в CUNY колледж, как вообще этот процесс проходит? То есть, в принципе, мы советуем рассмотреть все CUNY колледжи и все специальности, которые у нас имеются, потому что у вас могут быть свои, ну, как бы, предпочтения специальностей, которые вы хотите взять. После того, как вы уже решаете, какие колледжи вы хотите идти, у нас есть определенная заявка на CUNY веб-сайте. И теперь получается от того, что CUNY — это одна система, 25 колледжей, вы сдаете одну заявку, на которую вы уже ставите как бы список колледжей в CUNY, которые вы хотите как бы рассмотреть для поступления. И получается, заявка делится на две вида заявки. Freshman и transfer. Freshman — это только те, которые закончили школу
и ничего больше. То есть аттестат получили 11 класс, и вы не пошли ни в университет, ни в колледж, никуда. То есть вы считаете fresh, считаетесь как freshman. Если вы пошли в колледж и не закончили, пошли в колледж и вас отчислили, пошли в колледж и закончили, или в университет и так далее, вы считаетесь transfer student. То есть вы переносите, то есть transfer, вы переносите свои кредиты с вашего предыдущего образования. В принципе, получается, вы можете подавать только на осень или на осенний семестр или весенний семестр. То есть, например, сейчас у нас до сих пор открыта заявка на осенний семестр, который начинается в сентябре, и уже открыта заявка на весенний семестр 2021 года, который начинается в январе. То есть у нас как бы уже две заявки открыты. То есть дедлайн, как бы крайний срок подачи примерно 1 февраля для того, чтобы поступить, 1 февраля для того, чтобы поступить на осень, и 15 сентября для того, чтобы поступить на весенний семестр. Теперь, как вообще происходит вообще подача вашей заявки? То есть, если вы freshman student, то есть вы закончили только школу, то есть вы сдаете заявку, вы платите за заявку $165, и на самой заявке вы можете выбрать 6 колледжей из CUNY-системы. Если вы transfer student, то это, опять же, онлайн-заявка, она стоит на $5 дороже, что это $70, и вы можете только поставить 4 колледжа с CUNY-системы. Теперь насчет документов. Если вы freshman, то есть вы закончили только школу, нам нужен ваш аттестат и ваши оценки на русском и на английском. То есть копии вашего аттестата и оценок, и перевод. Перевод можно сделать где угодно, нам без разницы абсолютно. Некоторые студенты приезжают сюда уже, они перевели документы в России, то есть это, нам такой перевод также подходит, то есть там вообще без разницы. Теперь, вам нужно будет TOEFL, то есть тест английского языка, если у вас нету статуса. Например, вот здесь я написала, если у вас есть статус. То есть вы получили asylum, то есть у вас уже есть asylum granted, или у вас есть green card, или у вас есть refugee card. То есть это считается, что вы уже резидент Америки. И для вас, в принципе, TOEFL и другие IELTS-классы экзамен сдавать не надо. То есть это, в принципе, ну как бы... То есть это CUNY policy, то есть это конкретно в нашем колледже. Вот. Но если у вас нету статуса, то есть вы еще в процессе получения asylum или вы в процессе получения green card'ы, то есть вы должны, обязаны сдавать TOEFL. Но я всегда студентам говорю, не переживайте насчет TOEFL, это не так страшно, это обычный как бы экзамен, ничего в нем обычного, необычного нету. И тем более, если вы сравните, какие баллы нам нужны очень маленькие баллы с TOEFL. То есть со 120 у нас как бы принимаете от 45 как бы, баллов, и нам достаточно. То есть баллы достаточно нам нужны низкие. То есть насчет теста я бы не переживала. Если вы transfer student, то есть вы переводитесь, нам опять же нужны ваш аттестат и перевод оценок. А, опять же, если у вас есть статус, TOEFL не нужен. Если у вас нет статуса, TOEFL нужен. Но дополнительно нам нужен, что мы называем, official college or university transcript. И что такое transcript? Да, здесь я, получается, показала диплом бакалавриата российского, диплом бакалавриата украинского, узбекского. И что такое транскрипт? Это приложение, которое идет уже с дипломом. То есть именно вот эти лист предметов и оценок, это называется транскрипт. Так он выглядит в России, в Украине и в Узбекистане. И в других странах, как бы, также и здесь.
То есть, в принципе, и, ну, как бы, если вы не получили, например, есть студенты, которые начали колледж, не закончили, у вас будет, естественно, у вас не будет диплома, у вас только будет транскрипт. То есть, получается, лист оценок и классов, которые вы успели закончить за 2 года, за 1 семестр, 3 семестра и так далее. То есть, нам очень важно иметь транскрипт. Но, получается, что значит official transcript? Получается, если у вас есть ваши копии, это ваш оригинал. Мы не можем это принять, потому что это ваша копия. Что называется official, это значит, оно приходит напрямую из университета или колледжа, в котором вы обучались. То есть, получается, как бы колледж выдает ваш лист ваших оценок и предметов, говорит о том, что все, как бы, все эти классы студент успел закончить, все это правильно. И, в принципе, получается, даже если у вас есть ваш оригинал дома, вы все равно должны запрашивать официальный транскрипт с вашего университета. На данный момент, например, сейчас как бы COVID-19, и у нас очень много студентов, они просто пишут их университетам по имейлу, и по имейлу мы принимаем документы, если это приходит с официального имейла самого университета. То есть, в принципе, сейчас получить эти official transcript достаточно легко. Но если вы, например, не хотите связываться со своим университетом или у вас есть какие-то проблемы, вы, в принципе, можете делать эвалюирование вашего университета. Теперь, эвалюирование, что такое эвалюирование? Это просто берется ваши оценки и предметы и переводится на американскую систему. То есть это считается эвалюированием. В июне, если вы можете предоставить ваш официальный транскрипт, то есть это придет с университета, мы сделаем эвалюирование, потому что у нас есть прям департмент интернациональных работников, которые знают вообще все интернациональные документы, которые во всем мире. Вот, мы, в принципе, сделаем эвалюирование. Если вы хотите, вы, в принципе, можете сделать эвалюирование сами. Вообще, есть очень много всяких эвалюационных агентств. Может быть, вы слышали Globe Translation Agency, они делают эвалюирование. Может, вы слышали About WES, WES, они также делают эвалюирование. Мы не принимаем эти эвалюирования, мы принимаем только с этих двух эвалюационных агентств. Агентств очень много. И несмотря, как бы, если вы решаете идти в другую какую-то школу, да, например, в другой университет, вам нужно конкретно узнать от них, какое эвалюационное агентство они принимают. Потому что разные организации, разные школы, они принимают разные эволюционные агентства. Поэтому вам лучше знать, как бы, какое принимает. Причем, в принципе, эвалюирование само около $200, поэтому мы всегда советуем студентам, если вы можете взять этот транскрипт, достать с вашего университета, мы сделаем сами эвалюирование. То есть вам не нужно тратить эти $200. Теперь вообще, как вообще проходит review process? То есть вы подаете заявку, вы платите заявку, если вы freshman 65, если вы transfer 70, затем вы сдаете ваши документы, то есть ваш аттестат, TOEFL, не TOEFL, official transcript, если вы transfer student. После этого мы делаем, как бы, мы review, то есть рассматриваем вашу заявку. Если вы подали ваши официальные транскрипты, мы делаем эвалюирование. После этого мы отправляемся ваши документы в колледжи, которые вы выбрали на ваши заявки. Как уже я говорила, одна заявка, если вы просто freshman, вы можете подать на 6 колледжей. То есть мы отправляем ваши документы 6 колледжам в июне. После этого колледжи делают свои, как бы, дают свои decisions, то есть вы можете быть приняты или не приняты. И после того, как вы знаете все ваши решения, затем вы конкретно выбираете колледж, вы начинаете регистрироваться уже в колледже. При поступлении в колледж вам дают еще один writing exam,
для того, чтобы узнать, какой конкретно уже уровень английского у вас. После этого вы встречаете академик адвайзер, который вам говорит, какие классы вам нужно взять. И после этого вы заканчиваете ваши дегри, и вы уже имеете диплом в Америке. Теперь получается, если вы переводите, как бы, если вы закончили или не начали колледж в своей стране, то есть если вы решаете переводиться, то есть мы, в принципе, когда вы будете приняты в колледж, мы можем перевести классы в вот эти категории. Например, я вообще с Казахстана, и я закончила 3 года в университете, я учила психологию. Когда я приехала сюда, я поступила в Hunter College, который — это часть нашей CUNY-системы, и я поступила на социологию. Это другая специальность, но она не так далеко, как от друг друга, психология и социология. И, в принципе, мои классы, которые я брала, например, философия, политология, они перешли как core classes. Затем некоторые мои психологические классы перевелись на специальность социологии даже. И остальные мои классы, как, например, историю Казахстана я также изучала в своем университете, я брала там какие-то еще психологические классы, они перевелись как electives. То есть, получается, после того, как я поступила в Hunter, я встретилась со своим академик-адвайзером, и он сказал, мы перевели там 70 кредитов от моего предыдущего образования, и теперь вам осталось добрать вот эти классы, и я здесь получила бакалавриат от Hunter College по специальности социология. Так. Это deadlines. Теперь давайте поговорим о деньгах, потому что это самое важное из всего. В принципе, CUNY-система и образование в CUNY-системе — это самое дешевое образование, в принципе, во всей Америке. То есть... И, естественно, если вы живете в Штатах, если вы живете в Нью-Йорк штате, у нас в Нью-Йорке, в городе, около 200 разных колледжей. То есть это включая нашу CUNY-систему, это включая private, частные колледжи, for-profit, non-profit, Columbia University, NYU, Fordham, Monroe. То есть очень много колледжей, но по сравнению с деньгами, CUNY — это самое... как бы дешевое образование по сравнению со всеми. И так как вы живете в Нью-Йорке, вы, в принципе, можете получить in-state tuition. То есть это 7 тысяч в год за 4-летний колледж и около 5 тысяч в год за 2-летний колледж. Теперь, неважно, если у вас есть как бы уже статус или у вас еще в процессе вы получения статуса. От того, что вы живете в Нью-Йорке уже год и больше, то есть вы платите, может, таксы, вы получаете билы на свой адрес, то есть вы считаетесь резидентом Нью-Йорка. Поэтому вы можете рассчитывать на in-state tuition. То есть вы получаете, вы платите за обучение, как все американцы, которые живут в Нью-Йорке, и они идут в CUNY. То есть, в принципе, здесь вот New York resident, если вы все остальные люди, которые приехали с другого штата, например, с Небраски, или приехали с Массачусетс и теперь живут, и теперь как бы они учатся у нас в CUNY, они будут платить как international student. То есть, получается, все, кто живут в Нью-Йорке, они платят одну цену, все остальные платят высокую цену, которую вы можете здесь видеть. Например, если вы решите идти в Hunter или Baruch, за год, если вы идете на full-time, то есть полную ставку, вы будете платить только 7 тысяч в год. То есть это 3,5 тысячи за семестр, да? Если же вы интернациональный студент, или вы приезжаете из другого штата, например, даже
Леша к нам приедет обратно в Нью-Йорк и поступит в июне, он будет платить как out-of-state resident. То есть это 18 тысяч, это прям в 3 раза больше. Вот. И, в принципе, то же самое получается в комьюнити колледже, 5 тысяч в год, то есть 2,5 тысячи в семестр, или около прям 10 тысяч в год. То есть в этом как бы разница of in-state tuition and out-of-state tuition. Так. Теперь насчет финансовой помощи. Финансовая помощь делится на несколько групп. Есть гранты, и они называют, есть федеральные гранты, то есть деньги приходят от всего государства, и штата гранты, то есть гранты приходят конкретно от штата Нью-Йорка. Грант, который приходит от государства, он называется Pell Grant. Грант, который приходит от штата, он называется TAP. То есть получается, в принципе, несмотря где вы живете, в любом штате, кто угодно может подать на федеральный Pell Grant. Но если вы живете конкретно в Нью-Йорк штате, то вы можете еще подавать на TAP. То есть это дополнительные деньги. Pell и TAP — это бесплатные деньги, можно так сказать. То есть вам не надо платить их обратно, то есть это вот вам деньги на ваше образование. И, но получается, заявку, чтобы получить эти деньги, нужно вам делать заявку. И заявка называется FAFSA, вот здесь внизу. То есть это заявка с государством, вы делаете, вы подаете, делаете, ну как бы вводите всю информацию. И в зависимости от ваших доходов, в зависимости от вашего семейного положения, семейного состояния, вам как бы после того, как вы подаете FAFSA-заявку, вам примерно говорят, насколько вы можете рассчитывать на помощь, как бы. Также это гранты. Все начинается с вот этой FAFSA application, то есть это начало. И после этого вам говорят, сколько на Pell, сколько на TAP вам выдают деньги, сколько вы можете подать на work studies, то есть это считается, вы можете работать на кампус и получать одних денег, но это идет все равно от государства. И третье, если вы можете подать на суду, то есть на loans. То есть от FAFSA вот эти вот три вида финансовой помощи вы можете, ну, как бы, получить. Теперь, получается, здесь я написала, это если у вас есть статус. То есть если у вас уже granted asylum, если у вас есть green card, вы имеете право подать на финансовую помощь, сделать FAFSA-заявку, и если у вас небольшой доход, вы получите государственные деньги, штатовые деньги, можете получить work studies или можете получить государственную суду. Или loans, да. Что хорошо об этой loans, это то, что пока вы учитесь, вам никакие проценты не идут. То есть вы заняли 20 тысяч, и вы закончили, и вы до сих пор должны только 20 тысяч. И только после того, как вы заканчиваете, у вас идут проценты. То есть в этом есть как бы, ну то есть положительные моменты насчет именно студенческой суды. Все остальное, как бы, идут scholarships, то есть это, в принципе, scholarship могут быть не зависеть от вашего статуса, то есть очень много выдают scholarships, то есть стипендии эти и гранты undocumented students, то есть у кого вообще нету документов, у тех, у кого еще, как бы, статус, ну, как бы, непонятный, то есть статус, то есть вы можете подать на scholarship. Scholarship выдаются, могут выдаваться самим колледжем, то есть у колледжа есть деньги, и они предлагают там своим студентам, которые хорошо учатся, какие-то там scholarships. Также scholarship идут вне вообще колледжа. То есть, например, Coca-Cola выдает около 1 миллиона для студентов, которые хотят изучать технологии и так далее. То есть есть очень многие организации и компании, которые выделяют деньги для студентов, которые там учатся хорошо или учатся в какой-то конкретной специальности. Также выдаются scholarships, например,
их очень много, очень много. Их надо искать, их, на них надо подавать. То есть это конкретно, это долгий процесс, но это опять же деньги, которые вам просто даются на образование. Вот. И, как я уже говорила, это не зависит от статуса. Некоторые, да, говорят, что у вас должно быть там, например, грин-карта. Некоторые говорят, нам вообще без разницы. То есть у вас есть документы, нету документов, вы можете подавать на scholarship. Теперь от Нью-Йорка получается, то есть, да, если вы, например, у вас как бы, я уже сказала, если у вас есть статуса, но если у вас нету статуса, да, то есть вы не можете получить, вы не можете даже подать на эту FAFSA, вы не можете федеральные деньги получить, ни work studies, ни студенческую суду, к сожалению. Но насчет штата, штат только что, год назад, предложил Dream Act. То есть это штатовские деньги, которые предлагаются всем, у кого, всем тем, у кого нету статуса или нету документов. То есть все вы, у кого еще в процессе получения asylum, в процессе получения грин-карты, вы имеете право подать на этот Dream, он называется Dream Act, и вы получаете штатовские деньги, которые, я уже сказала, называются TAP. И есть еще деньги, которые называются Excelsior, и это я лучше тем, кому интересно, я отдельно могу об этом рассказать. Но, как бы, да, то есть вы имеете право получить какие-то деньги на образование, пока вы еще, ну, ждете вашего статуса. То есть есть такая возможность. Теперь я хочу быстро поговорить про магистратуры. То есть, как я уже говорила, да, то есть вам... Что-то пошло не так? Да, я просто хотела вернуться быстренько, да? То есть, как здесь я уже нарисовала, да, то есть все, что я, о чем я говорила, это я говорила насчет undergraduate studies, то есть associate bachelor degree. Если у вас есть уже бакалавриат, да, если вы уже закончили в вашей стране, вы имеете право просто подавать уже на магистратуру, то есть продолжать уже просто как бы продолжать ваше образование, то есть это мы называем graduate studies. И насчет graduate studies, то есть если вы хотите подавать на магистратуру, очень много разных магистратур, и студенты иногда спрашивают, что значит, например, MA, и что значит MBA, какая у них разница, это просто название магистратуры. То есть, в принципе, если вы хотите идти на магистратуру по Business Administration, то есть это просто называется MBA. А если вы идете на психологию, магистратуру по психологии и социологии, это в основном MA, то есть Masters of Arts. То есть это просто разные как бы названия магистратур. Теперь, заявка вообще на магистратуру. То есть магистратура только в 4-летних колледжах. В 2-летних колледжах вы можете получить только associate degree. В 3-летних колледжах вы можете получить и бакалавриат, и магистратуру. То есть вы можете, в принципе, подавать уже, ну, как бы, если вы хотите, вы можете просто подавать на магистратуру. В чем разница, как бы, в CUNY-системы? Если вы хотите подавать на undergraduate, то есть на бакалавриат, вы подаете одну заявку, вы подаете один, как бы, set of documents, и вы подаете, как бы, с нами. Если вы хотите магистратуру, вам нужно подавать конкретно с колледжем. То есть, например, если вы хотите MBA, то есть магистратуру, Masters of Business Administration, и это будет в Баруке, то вы подаете конкретно в Барук колледж. И то же самое, как бы, заявка, и заявка в основном $75-$100, Опять же, вам нужны ваши транскрипты, то есть иногда спрашивают эвалюирование, иногда спрашивают без эвалюирования.
Professional evaluation, опять же, если вы работаете, вам могут, вам могут дать это professional evaluation. Personal statement, то есть это эссе основное, там, почему я хочу поступить в этот колледж, почему именно на эту специальность. В основном спрашивают два или три letters of recommendation, то есть можете спросить у своих супервайзеров и так далее. Обязательно резюме, обязательно в writing, чаще всего writing sample, то есть они запрашивают иногда эссе, которое вы когда-то раньше написали. И, и опять же запрашивают TOEFL, однозначно TOEFL или IELTS. Иногда спрашивают про GRE и GMAT. Что такое GRE и GMAT? Это вступительный экзамен на магистратуру. Это сложный экзамен, это в основном на логику и мышление. Я советую всегда студентам смотреть на магистратуру, которая не запрашивает эти экзамены, потому что я считаю, что это потеря времени и денег. Вот. И насчет вообще как бы магистратур в CUNY-системе. Магистратур в CUNY-системе. Па-па-па. Вы можете пойти на cuny.edu. И на graduate studies. И здесь у нас есть брошюра, которая дает всю вам информацию насчет того, что какие колледжи имеются, какие, вот я уже говорила, уже все четырехлетние колледжи предлагают магистратуры, то есть это все колледжи. Затем они говорят конкретно, сколько это все стоит в семестр и за класс. И получается, в принципе, вы можете просмотреть все специальности, которые предлагаются во всех наших колледжах. То есть, может, вы хотите пойти на архитектуру, магистратуру по архитектуре, и она дается в City College. Может быть, вы хотите music, магистратуру по музыке. То есть, она у нас имеется в Бруклине, в Хантере, Лимане, Квинс и Бруклин. То есть, в принципе, здесь вы можете видеть все наши специальности по магистратуре. Теперь, в принципе, это уже конец как бы моей информации. Единственное, что я хочу привести ваше внимание, это то, что как бы если у вас есть уже бакалавриат, я не советую студентам идти на второе образование здесь, в Америке, потому что оно ничем, никак вам не поможет. То есть, если вы имеете образование, бакалавриат, магистратура, я советую всегда студентам просто пытаться найти работу уже с образованием, которое у вас есть. Если вы хотите поменять вашу специальность, например, вы изучали инженерию, в вашей стране сейчас вы хотите идти на nurse, то, естественно, это понятно, что вам нужно переучиваться. Но если у вас уже есть как бы специальность и бакалавриат, например, в маркетинг, и здесь вы хотите получить примерно такой же бакалавриат, смысла вообще нет. То есть я всегда советую студентам идти или выше, то есть на магистратуру, или же просто идти и находить работу. Я очень много знаю организаций, которые помогают иммигрантам найти работу уже с образованием и опытом, который у вас есть. Так что, в принципе, те, которые вы, если вас интересует это, вы можете со мной связаться, и я вас направлю в эти организации. Можно вопрос? Все. Yeah. Да? Мне просьба, вопросы можно вообще, в принципе, да, но кидайте их в чатик, потому что у нас еще Танзиля будет, но она будет сильно короче, чем Анастасия, вот, как только Танзиля закончит рассказывать про другие университеты, уже после этого можно будет задавать все свои вопросы. Вы просто напишите их в чатик, чтобы не потерялись, чтобы вы не забыли, и тогда мы точно пройдемся по ним. Анастасия, я пытался ответить на некоторые вопросы уже в чате. Вы посмотрите тоже, там, может, Настя, ответите. Да, вы пока рассказывайте, я буду отвечать. Хорошо. Я расскажу в основном о частных университетах. Я сама закончила Колумбийский университет, и сейчас я учусь в аспирантуре теперь в Фордхамском университете. Оба университета являются
частными. И я хочу начать с того, сначала рассказать, чем... Так, я открою свой слайд теперь. Хочу рассказать, чем они сначала отличаются очень быстро. Как и Анастасии, так и мне можете писать. Мы еще раз контакты свои поделимся, или вы в Русу Айзри напишите, если нужны наши контакты, с нами напрямую связываться. Анастасия уже как-то вкратце рассказала разницу между частными и государственными университетами, но все-таки в чем же разница? Какая разница? Разницы большой нет. Единственная гигантская разница — это в схеме их финансирования и как они... По поводу качества, например, обучения, это совсем не вопрос, потому что среди государственных университетов в Соединенных Штатах есть очень престижные университеты, как, например, Беркли является государственным университетом в Калифорнии, который является одним из престижнейших университетов, поэтому от того, что он государственный или частный, как бы это совсем идет разговор не о качестве сколько, а о структуре и схеме их финансирования. То есть в целом в частных университетах обучение дороже. Например, в государственных университетах можно как-то получить всякие гранты, scholarship и лоны взять и все покрыть. В частных университетах это намного тяжелее, потому что просто сама стоимость обучения очень большая. И частные университеты обычно по размеру они меньше, и там меньше народу, и классы по размеру меньше. И в госуниверситетах, как Настя сказала, очень много местных людей из того же штата. Например, в Кьюни учатся очень много людей из Нью-Йорка, потому что для них это дешевле. А в частных университетах студенты со всех штатов и со всех стран. И, то есть они более камерные какие-то. Если вы хотите узнать качество университетов, есть... US News World Report, который публикует постоянно ранжирование, вот эти ранги университетов, это один из таких больших, и там описывают конкретно каждый университет, на каком ранге по количеству пропорций профессоров на студентов, по качеству разных программ и так далее. Но опять-таки качество от формы... кто владеет этим университетом, от этого не зависит. То есть качество есть очень супер университеты и среди государственных, и среди частных. И Настя уже рассказала, в общем-то, документы одни примерно те же самые сдаются. Единственное, я хотела отметить, что есть такая вещь, как Common Application или Coalition Application. Это одна форма заявки на 700 разных университетов. То есть вы заполняете одну форму заявки, а затем отмечаете, в какие университеты она идет. То есть вам не нужно, если вы подаете в 5 университетов, 5 раз заполнять форму заявки. То есть есть такая общая форма, которую покрывает большинство университетов, хотя не все. Что здесь отличается еще? Да, TOEFL, ILTC не везде требуются, кстати. И неважно даже, иногда и даже международных студентов не требуется, в зависимости от того, где вы учились. Магистратуру вы тоже как-то рассказали. Два слова об аспирантуре. Аспирантура как бы вообще отдельное дело. Чаще всего аспирантура оплачена. То есть аспирантура как раз поступить тяжелее, но финансирование получить легче всего. То есть есть опять-таки форма заявки, вы сдаете примерно те же документы. Кроме того, есть эссе об своих исследовательских интересах и исследовательских своих целях. Обязательно нужны хорошие рекомендательные письма
И самое главное, когда поступаете в аспирантуру, вы уже должны определиться, кто будет вашим научным руководителем. То есть этот научный руководитель в целом оплачивает вашу стипендию. Кроме того, вам дают преподавать и ассистировать в научных проектах. То есть много денег здесь не заработаете, но, по крайней мере, ваша учеба вся покрывается, и вы получаете стипендию, и можете подрабатывать еще. Но опять-таки аспирантура — это совсем не для всех. Очень малое количество народу идет в аспирантуру, и это 5-6 лет дополнительной учебы. И неизвестно, как после этого, что дальше делать, потому что здесь автоматически профессором не становитесь, то есть тоже это другой интересный вопрос. Опять-таки, я настаиваю о том, что частные университеты страшно дорогие. Насколько дорогие? В 10 раз. 77 тысяч в год примерно стоит бакалавриат. И Настя уже сказала, что это в сравнении 7 тысяч в КЮНИ, например. То есть это как раз 10 и даже больше раз. Если вы никогда не учились в университете, то первый бакалавриат, и вы поступаете в частный университет, то, в принципе, если вам повезет, комбинация разных видов финансовой помощи может покрыть ваше обучение, даже какую-то стипендию можно добрать. Но в магистратуру намного тяжелее найти финансовую помощь, часто приходится брать кредиты на обучение. И, как я уже сказала, аспирантура часто оплачиваемая, то есть аспирантура — это вообще другое поле. И если есть какие-то вопросы конкретно об аспирантуре, я расскажу, но как бы у нас сегодня, по-моему, фокус больше на бакалавриате и магистратуре. И виды финансовой помощи. Единственное, чтобы не повторять, что уже Настя сказала, некоторые университеты, крупные, например, Гарвардский университет, в общем, покрывает бакалавриат и выдает даже стипендию, и даже отдельные факультеты очень щедры там, но не все университеты. Но вопрос в том, что поступить туда очень сложно. Понимаете, что в Гарвард поступить очень сложно, но если вы поступили, то финансовая помощь уже как бы сразу и выдают автоматически. Если у вас нет дохода и ваша семья не может за вас платить, то Гарвардский как раз хороший выбор, если у вас большие таланты. Это вот про частные. И, конечно, о scholarships опять. Анастасия начала об этом говорить, что найти финансирование на самом деле это большой отдельный процесс. Во-первых, с чего мы начинаем разговор? И Анастасия, я как бы согласна на том, что первым делом мы пытаемся отговорить людей вообще идти в колледж. Потому что дело очень затяжное и дело очень емкое. Поступить, да, дорогое, а еще поступить сначала, а потом найти финансирование. Я помогла человеку поступить в Колумбийский университет в этом году на факультет журналистики, но, к сожалению, ей выдали, так, счет 80 тысяч, да, за магистратуру, она никак не подтянет, и пока никаких scholarship ей не дали, хотя она беженка. То есть, получается, даже человек, сумевший поступить в хороший университет, не может никак найти финансирование, что большой удар, поэтому готовьтесь. Есть новая стипендия в Колумбийском университете, называется Columbia University Scholarship for Displaced People, и которая покрывает asylum seekers, тем, кто ищет убежище, кто уже получил убежище, или у кого временный temporary protective TPS статус. Эта стипендия была запущена в конце прошлого года, они дают 30 стипендий в год, но большинство этих стипендий дают тем беженцам, кто находится за границей, то есть они пытаются привести сюда людей. Хотя некоторым, кто уже здесь, тоже удалось получить эту стипендию. Ну вот как примеры я тоже пишу. Есть Microsoft Tuition, который покрывает вам все. Если у вас таланты в инженерной сфере, и вас приняли уже в университет, то есть есть вот Microsoft, все покрывает.
Facebook, например, у них есть по журналистике стипендия, тоже они выдают 10 тысяч, не все покрывает, но какая-то стипендия. Если говорить об ЛГБТ+, есть Point Foundation, которые дают студентам, которые LGBTQ, например. Вот эти четыре я выбрала из гигантского списка scholarships, которые организация, которая находится в Калифорнии, Immigrant Risings. Immigrant Rising, она составляет каждый год новый вот этот manual со всем списком всех возможных частных стипендий, которые доступны иммигрантам, особенно иммигрантам без статуса. Я хочу сказать коротко, что вот все, о чем мы говорим, все эти стипендии, мы постараемся вместе с Анастасией и Танзилей максимально как-то, ну, в кооперации с ними я попробую это все обобщить и собрать в какую-то одну большую статью на сайте РУСА. Mm-hmm. Поэтому, если вы вдруг ничего не успеваете запомнить или записать, не переживайте. Мы постараемся максимально это все потом как-то разместить на сайте. Если вы там не можете найти, то вы всегда можете написать на info@russalgbt.com, и мы попробуем уточнить у Танзели, у Анастасии и вернуться к вам с ответом. Да, потому что я как бы конкретно помогаю людям поступить, собрать пакет документов в частный университет, и у меня есть прямая связь вот с этим с колумбийским scholarship, с директором и так далее. И я все пытаюсь выяснить все больше и больше деталей, как это все получать. И вот этот Immigrant Rising, вот эти два PDF-документа здесь тоже Эзра куда-то включит, это гигантский список всех этих стипендий. Почему это трудно? Потому что каждая стипендия имеет свой веб-сайт. То есть каждая стипендия какого-то частного фонда. То есть, чтобы найти, и большинство стипендий там от $500 до $1000 на самом деле. И чтобы набрать себе несколько, это нужно пакет документов сдавать в каждый этот отдельный фонд. И университет часто не имеет никакого отношения к этим стипендиям. То есть, это как бы они существуют в отдельном вообще мире там. И это ваша обязанность найти эти деньги. Поэтому как бы всякие вот эти общественные организации пытаются собрать все это в один документ, чтобы у вас под рукой было. Но опять, чтобы вот во все эти веб-сайты войти, там 200 стипендий, это надо 200 веб-сайтов открыть и прочитать, кого они спонсируют. Я отвечу на любые вопросы, просто здесь вот эти ресурсы тоже Эзра куда-то включит, то есть по всей этой теме у меня было интервью на Винограде, там конкретно на русском все я расписала, то, что, о чем сейчас я говорю, и большинство информации, которую Анастасия дала, тоже. Есть несколько хороших веб-сайтов, которые мне помогли самой лично и многим, кому я помогаю. Про магистратуру есть на idealist.org гигантские статьи, как выбрать магистратуру. Список и ранг университетов тоже, я уже про это сказала, на US News постоянно идет вот это ранжирование, можно всегда там посмотреть. Список стипендий я тоже отметила. Есть хороший сайт по теме стипендий, называется ProFellow. Если вы на него подпишетесь, там очень много бесплатных ресурсов и вебинаров. В понедельник будет вебинар «Как найти полноплачиваемую магистратуру», например, бесплатно. Опять-таки, здесь мои контакты. Я работаю с RIF. Как я сказала, я учусь в аспирантуре в Фордуме и закончила магистратуру колумбийского, и я ни копейки не платила в этой стране за свою учебу, поэтому спрашиваю.